друзья, всем привет! С вами из Таиланда Алена Бордовская. И сегодня я посещаю какую-то изумительную экскурсию. Точнее, еще не знаю, какая она будет, но у нее очень много положительных отзывов, поэтому готовлю свою попку к очень интересным приключениям. Экскурсия называется «Тайский экспресс». Спасибо компании Thai Real Group за возможность побывать на этой экскурсии. В общем, все, что будет, покажу сегодня. И сейчас мы на завтраке. Я, как обычно, быстро ем и опаздываю. Смотрите, что я ем на завтрак. Я сама себе готовлю обычно завтрак. Обычно же отели собирают завтраки, а я просто беру, вот жарю яичницу, кладу ее между бутербродами, соусом, чтобы это все как клей, и вот ем как сэндвич. Короче, яичница сразу с хлебом, получается бутерброд. Прикольно. А ты что ешь? Здесь обезьяны ходят, как коты у нас в Крыму. Первая остановка – это пещерный монастырь, как в Крыму в Бахчисарае есть. Ну, все сравню, конечно, так же или не так. О, одно большое отличие. Можно снимать и фотографировать. Вот это да! Огромный Будда спит, что ли? Это настоящая пещера. Смотрите, как подсвечена. Да, это отличается сильно от того, что у нас в Бахчисарае, потому что, ну, видать, в девственную пещеру просто постелили пол и сделали храм. Очень красиво. Вы обратили внимание, что, ну, пусто, как бы кроме нашей группы никого нет. На самом деле, оказывается, эта экскурсия, она необычная. То есть это не стандартная экскурсия, как вот возят, допустим, всех. Это экскурсия для тех, кто уже был в Таиланде, допустим, на Кваи, в зоопарках, в парках. И это неизведанные территории, это не туристический Таиланд. Эти места очень популярны, но популярны у тайцев. И вот здесь можно загадать желание, стукнув в колокол. На тук-туках везут пещеру везут. Гид сказал, что этот храм находится в одной из самых красивых пещер Таиланда. И он много где был, и говорит, что она реально красивая. Посмотрим. О, вон уже вход. Надеюсь, там прохладненько. О, вот это да! Это действительно страшно. Вау. Действительно интересно. Природная пещера. Посмотрите, вот оттуда идет свет. То есть здесь нет окон. И нет никого. Что самое интересное, туристов вообще здесь мало. Мама, вы слышали? Там летучие мыши, кажется. Там, кажется, летучие мыши, и там темно. Сюда вообще можно заходить? Я опять слышала мышей. Классно. Я думала, храмы, храмы. Вот тоже сейчас думаю, опять эти храмы ходить. Их миллион в Таиланде, а тут вообще необычные храмы. И я не пойму, где все сюда вообще можно заходить, нет? Тишина, вообще просто тишина. Здесь очень тихо. Даже мое дыхание слышно. И никого нет. Здесь есть лестница наверх, но там цепочка висит. Я даже не знаю, я сюда законно пробралась или нет. Где все туристы? Сейчас едем смотреть резиденцию короля. И, ну, кажется, что тут такого интересного? Бордовская что-то нам показывает. А мы едем на фуникулёре, оказывается, наверх. Поэтому, надеюсь, будет красивый вид. О, кабинка! И тут уже веселые, наверное, японцы. Больно разноцветные они. О, фуникулёр. Мы поехали. И нас преследуют обезьяны. Эй, обезьян! Не, нормально вообще. Это наша тележка. А, вот покажи она. Билет. Вот она. Билет твой где? Короче, нарисовано здесь. Держитесь. Кусают все. Ноги, сумки, телефоны.
Страшное делать обезьяна, кажется. Мы сейчас поднялись до обсерватории. Я не снимала, конечно, резиденцию самого короля, потому что там внутри снимать нельзя, и там везде охрана. Ну и потом нужно же оставить что-то вам посмотреть интересное. А то я все покажу, и зачем тогда экскурсию брать. Что самое интересное, здесь без кондиционера сквозняки какие хорошие ходят. И пока внизу жара несусветная, тут так хорошо, так прохладно. О, вот это да! Также еще один административный момент я просто обязан уточнить. Сейчас самое интересное, это как раз то, из-за чего вообще мы сюда... Ну, называется экскурсия же «Тайский экспресс», и мы сейчас увидим тот самый «Тайский экспресс», который в кадре которого полны в интернете. И вот теперь у меня тоже есть такие кадры. Ну, точнее, сейчас будут. Вы можете поверить, что через 7 минут вот здесь пройдет реально поезд? Да нет, смотрите, тут же вон что, да, как он пройдет? Как поезд-то пройдет здесь? Здесь не пройдет поезд. Не пройдет поезд, совершенно верно. Страшно? Мистер гид, страшно же? Классно. Вот чего вы ждали. Да, вот чего не верится. Нет, серьезно, столько людей на путях. Смотрите, сколько еды, подносов и навесов. И даже не верится, что здесь сейчас... А, хотя, смотрите, они уже что-то убирают. Они, наверное, уже ждут, когда что-то начнется. Так, объявляют. Наверное, все скоро начнется. Я смотрю, зашевелились уже, убирают. Не знаю, я слышала, как только что дуднул поезд. А она еще ничего не собрала. Уже почти все собрали. Посмотри, поезд едет уже. Вон, видите. Она все еще убирает. Зонтик поднимите! О, я одна тут, наверное, боюсь. Они уже все привыкшие, им уже все равно. Не, ну это реально просто прикол. Вы видите, какой он широкий? Надо отходить. Метет, наверное. Смотрите уже, вот там все пусто. Нет, нет, ничего не смело, смотри. Вся капуста целая, бананы. Эй, тайцы, мы вас снимаем! Капец! А капустница все знала. Я думаю, что она ничего не убирает? Главное, чтобы там сейчас в поезде никто в туалет на эту капусту не сходил. А вон нас снимают. Все. И вот-вот-вот, как это выглядит. Раз. Раз. Все. И опять люди. Ну что, как? Что скажешь? Это было лучшее, что со мной произошло в этой жизни. Серьезно? Да. Ты запомнишь это на всю жизнь? Да. Здесь, мне кажется, еще и не столько тайский экспресс, сколько атмосфера рынка тайского. Здесь чем только не пахнет. И реально, что только не продают. Копченые. А вон свежие. Это что, копченые? А вон свежие. Лягушки? Да. Фу, кому килограммчик свежих? Заверните. А смотрите, кокоза то 15 батов, ПТЕ 45. Ну, дорого. Десяточка цена красная. Здесь очень хорошие цены. Прямо вообще не туристические цены. Вот это кто-то ест? Ой. Не поверите, но нас опять привезли в монастырь. И это монастырь-зоопарк. Здесь столько монастырей в Таиланде, все они отличаются. Чем-то выделяются. Вот сейчас кормим верблюда. Боже, какой он большой. Только не плюнь в меня, дружок. Я не буду, как Андрюша, с тобой. Давай так, напрямую. Еще здесь есть всякие звери. Еще всякие тут животные есть, которым я тоже хочу дать. Видали, нос какой? Ой!
Смотрите, какой пушистый. Страус, дай свое перо. А где-то здесь крокодилы, он сказал. Ой, так красиво этот смотрится. На отеле. А что, настоящий крокодил? Эй! Кошмар! Лежат, улыбаются ведь реально. А что не шевелится? Боится. Тиногий буйвол. Где пятая нога-то твоя? Эй! А, вон она висит, нога реально. Ой! Так-то красивый, если б не нога. После плотного обеда мне так хочется поспать. А, вообще не похоже на Паттайю, центральная часть Таиланда. Это вообще другой мир абсолютно совершенно. И мы сейчас будем плыть по каналу на лодочках. И будем ловить светлячков. Боже мой, какая насыщенная экскурсия. У меня вот возникает вопрос, откуда у меня все еще силы до сих пор. Хотя не было никаких водных процедур, там ни фонтанов, ни бассейнов, ничего. Но чувствую себя нормально. И это древний храм, который, получается, вдоль него растет 4 древних фикуса. И это просто храм из дерева. Боже мой, я вот сейчас который раз уже повторюсь. Какие разные храмы в Таиланде. Просто один на другой не похож. И это мы сегодня посмотрели, сколько их? 3? 4? Сколько их вообще здесь? Спасибо Thai Real Group за то, что помогли мне все это увидеть и вам показать. Наверное, а с другой стороны, с таким, прям скажем, ярко выраженным мистическим оттенком. Вот сейчас по этой реке мы поплывем. Ой-ой-ой, страшно! Как туда залезть-то? Ой! Это не то, что я... Я прям вообще не ожидала, что будет так красиво. Ну, типа как в Венеции, хочется сказать, но в Венеции я не была. Ну-ка, видно, нет? Вот они, светлячки! Ой, ребята! Ой, как классно! Это прям как вот правда в сказке. Вот показывают, что ой, как много! Они к нам летят все! Это было чудесное завершение экскурсии. Светлячки летали вокруг нас, как маленькие звездочки. Огромное спасибо нашему гиду за столь интересную информативную экскурсию, а также Thai Real Group за возможность поучаствовать в ней. С душой из Таиланда с вами была Алена Бордовская. Всех целую, всем пока!